Это невероятное преображение. Обрезали волосы очень коротко. Меня зовут Степан Грамматик, я могу поспорить, что ты не видел такую стрижку. Досмотри это видео до конца, и я тебе покажу несколько секретов, которые я использую в своей работе. Перед началом работы я всегда консультирую клиента, подбираю форму под его структуру волос и форму лица. После этого я начинаю работу, обсудив все детали и моменты укладки клиентки волос дома. Форма лица модели правильная, структура волос модели прямая, поэтому я выбираю работу в технике треугольная линия плюс слои, квадратная и треугольная. Диагональными разделениями начинаю создавать линию, наклонив голову вниз. Работаю параллельно своим разделением на расческе. Работая на расческе, вы не создаете элевацию. Таким способом линия у вас будет максимально чистая и плотная. Элевация – это подъем пряди. Работая на расческе, вы всегда можете видеть, куда у вас будет уходить линия. То есть расческа является вашим ориентиром. Если вы держите расческу диагонально, линия у вас будет идти на удлинение. Если вы держите расческу горизонтально, линия у вас будет везде одинаковая, квадратная. Работая на влажных волосах, вы всегда создадите более чистую форму, так как вы можете четко вычесать все волосы. Диагональным разделением захожу на височную зону и продлеваю свою линию, тем самым создавая удлинение на висок. Это означает, что мои разделения четко отражают мой срез. Если тебе нравится мой формат видео, не забудь подписаться, оставить комментарий и поставить лайк под видео. Если хочешь стать лучше в своей профессии, под видео в описании я оставлю ссылку на телеграм-канал, там где я рассказываю о том, когда, во сколько, где и как проходят мои онлайн и офлайн мастер-классы. Каждый парикмахер сможет подключиться и обучаться вместе с нами. Я всегда смачиваю волосы для того, чтобы они были равномерно увлажненные. Таким способом я получаю всегда более чистую форму. Волосы легко расчесываются и намного лучше видно контрольную прядь. Дорабатываю линию на расческе и очень важный секрет, который я вам сейчас расскажу. Для того, чтобы сделать одинаковые две стороны, выделяйте пробор не по центру, а сбоку, перекидывая волосы в одну или в другую сторону. Таким способом вы сравняете две стороны. После перехожу на затылочную зону, выделяю сагитальный пробор и начинаю работу в технике квадратные слои. Угол оттяжки и угол среза строго 90 градусов. Квадратные слои дадут нам заворот волос вовнутрь на затылочной зоне. Это облегчит нам затылочную зону и сделает нашу форму более полукруглой, более мягкой. Каждая прядь простригается на своем месте. После закругления головы волосы перетягиваются на себя. Таким способом мы получаем квадратную плоскость. Мои пальцы всегда толкают расческу, таким способом я получаю более чистое и правильное натяжение волос. Мы видим, как наши волосы хорошо и красиво заворачиваются вовнутрь. После перехожу в верхнюю теменную зону, беру контрольную прядь с затылка и иду от короткого к длинному, таким способом сохраняя удлинение у лица, но при этом смягчая нашу форму. Волосы будут опять же красиво заворачиваться вовнутрь. Диагональным разделением все волосы подтягиваю к центру, таким способом получая еще больше удлинения и сохраняю длину. Хочу попросить вас оставить комментарий, поставить лайк и подписаться на мой канал. Чем больше активности, тем больше видео у меня на канале. Очень важно просушить волосы, естественно, по направлению волос. Таким способом у вас ваша форма ляжет максимально естественно, и вы сможете доработать ее до конца. Если вы выполнили свою работу хорошо, просушив волосы, они лягут по закруглению головы. После вы сможете дочистить свою форму и перейти к проработке волос в технике Point.
Так как волосы достаточно тонкие, я прорабатываю их совсем немного. Важным секретом является то, что я фиксирую волосы лаком, после этого дорабатываю линию до конца. Таким способом у меня волосы не двигаются и линия получается более чистой. Напиши в комментариях, как тебе такая стрижка и идет ли она моей модели. И не забудь подписаться, оставить лайк под видео. Здесь будет еще много нового.